Очень хороший вопрос вы задали. Мне кажется, должен быть симбиоз. Надо взять все хорошее в коммерческом отношении, то, что существует в западном кинематографе, я имею в виду финансирование, продюсирование фильмов, участие высокопрофессиональных актеров с хорошими бюджетами, причем должны быть эти фильмы, которые, так сказать, имели бы кассовый успех, и в то же время продолжать нашу советскую, скажем, уже даже российскую национальную традицию того кино, которое интересно российскому зрителю, а не просто, так сказать, коммерческие успешные фильмы, которые заполонили, скажем так, кинотеатры в России повсюду, не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и по всей России. То есть это должен быть некий симбиоз такой. Вот как это сделать, это должны думать продюсеры и профессиональные деятели кино.